Калязине реализовали уникальный проект по озеленению литературного сквера. Город вошел в число 11 населенных пунктов, выбранных частной компанией для реализации социального проекта по благоустройству. Всего на территории сквера было высажено более 1100 растений. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Литературный сквер расположен в заречной части Калязина. Это важная историческая и туристическая часть города. Озеленение сквера – пример сотрудничества муниципальных властей и частного бизнеса. Здесь высадили астралистые клены, декоративные яблони сорта «Скарлетт», метельчатую гортензию, блестящий кизильчик, посажены большие кусты сирени разных сортов и цветов, дикий виноград. Все они привезены из специальных питомников. Проект очень интересный. Он, с одной стороны, лаконичный, да, но довольно-таки стильный, продуманный. Я когда его реализовывала, мне было очень интересно. Я прям была в восторге. На территории сквера прошла встреча главы Калязинского округа с генеральным директором компании GreenWorks Радой Рожицкой. Она рассказала о том, какую географию уже имеет их социальный проект по озеленению городов России. Калязин был выбран не случайно, это популярный город. Сюда едут, он интересен, он живописен. А в этом году компания работает с 11 городами, причем география от Калининграда до Якутска, Белокуриха, Нальчик, центральная часть России. Выбирали такие интересные города, не все из них можно отнести к малым, есть и средние. Как отметил глава Калязинского муниципального округа Константин Ильин, сквер преобразился, и у местных жителей и гостей города появилось еще одно современное пространство для прогулок и отдыха. Парк уже такой стал очень привлекательный, зеленый. Со временем, наверное, он будет лучше. Очень благодарим компании GreenWorks за сотрудничество, за помощь городу в благоустройстве. Благодаря таким компаниям мы тоже развиваемся, в том числе и в сфере благоустройства. От компании GreenWorks Калязину в дар муниципальному предприятию, занимающимся благоустройством, передали набор садового инвентаря для ухода за зелеными насаждениями. Техника работает от аккумуляторов. У нее нет шума, нет вибраций, нет вредных выхлопов. Это самоходный газонокосилки, листодув, высокорез, самоходная садовая тележка, триммеры и цепная пила.